Добрый день, дорогие друзья! Культурный променад снова с вами! Наша команда присоединилась к проекту «Дневник наблюдения за наследием», и четвертый выпуск будет посвящен скульптуре БК на ВДНХ. Прямо за нами павильон 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ. Двухэтажное здание представляет собой яркий образец сталинского ампира, который соединяет элементы барокко, позднего классицизма и других стилей. Павильон обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Скульптура хорошо видна издалека, а за счет используемого художественного приема создается определенная дополнительная динамика и кажется, будто бык в движении. Величественность и монументальность сооружения подчеркивает скульптурная композиция авторства Кангисера «Боец с быком», венчающая четырехколонный портик на главном фасаде. Сверху каждая колонна украшена барельефами в виде бычьих торсов. Перед историческим павильоном также находятся две скульптуры быков. Во время реставрации специалисты воссоздали их по архивным материалам, и теперь они вновь украшают главный вход в здание. Каждый желающий на прогулке по ВДНХ может их рассмотреть. Вот и подошла к концу наша увлекательная прогулка. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!